На первый взгляд, в магазине на улице Плеханова соблюдены все правила. Алкоголь в заводской упаковке, ценники в надлежащем виде. Только вот продавать все это сотрудники магазина не имеют права. Лицензии на крепкую алкогольную продукцию у них попросту нет. Как правило, на магазины, где продают спиртное, жалуются бдительные горожане. Но факт продажи алкоголя еще нужно доказать. И тут все очень просто. Сотрудник администрации заходит в магазин под видом обычного покупателя, чтобы приобрести бутылку горячительного. И если алкоголь ему продают, как это случилось в этом магазине, за дело берутся полицейские. Магазин на улице Плеханова открылся совсем недавно. И, как уверяет хозяйка, лицензия в процессе оформления, а вот алкоголь привезти уже успели. Оправдания избежать наказания не помогли. Сотрудники полиции описали и изъяли весь крепкий алкоголь. В другом магазине в микрорайоне Мамайка лицензия у продавцов была на руках. Алкоголь здесь спокойно продавали подставному лицу. Документы действительно разрешают реализацию спиртного, но вот только по другому адресу. Так что и здесь товар пришлось конфисковать. Вернуть его владельцу или утилизировать теперь будет решать суд. Но несмотря на исход дела, предпринимателям придется заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Правда, наказание пугает далеко не всех торговцев. Алкоголь приносит слишком хорошую прибыль, особенно в курортный сезон. Поэтому разоблачать предпринимателей, чиновникам и полицейским приходится каждый день. Я вам скажу, результат у нас довольно ощутимый. Мы только с 1 июня 2013 года изъяли 17 тысяч литров алкогольной продукции. Сейчас она дожидается своей участи, то есть решения суда, и ждет решения конфискации данной продукции. Всего же с начала года благодаря системной работе сотрудников потребительского рынка изъято более 35 тонн незаконной алкогольной продукции. Официальная статистика такова. Число торговых точек, продающих спиртное незаконно, сократилось на 10% по сравнению с прошлым курортным сезоном. Сюда входят и те, кто торгует без лицензии, и позже установленного времени, и несовершеннолетним. В погоне за прибылью некоторые торговцы могут нарушать сразу все законы на продажу спиртного. Но в таком случае предприниматели могут уже не отделаться штрафом и конфискацией, а навсегда лишиться своего бизнеса. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.